14 по 16 сентября во Дворце спорта Ивана Рамазана прошел 5-й открытый межрегиональный турнир по кикбоксингу в честь святого благоверного князя Александра Невского. Свидетелем поединков на ринге и татами стал Андрей Рыжков. В пятницу состоялась торжественная церемония открытия. Участников и гостей турнира приветствовали организаторы. Сегодня хотелось бы вам, уважаемые спортсмены, безусловно, пожелать зрелищных боев, честного судейства, чтобы каждый из вас выполнил ту программу, те установки, которые ваши тренеры поставили вам на этот турнир, ну и пусть победит сильнейший. Дай Бог, чтобы и этот турнир прошел так же замечательно, как все остальные. Всем хорошего выступления, зрителям желаем того, чтобы они действительно насладились этим торжеством сегодняшним. В состязаниях приняли участие более 200 спортсменов. Это победители и призеры чемпионатов и первенств мира, Европы, России, Казахстана, региональных и областных соревнований. Магнитогорск представляли такие спортивные клубы, как спортшкола номер 6, «Россы», «Авангард», «Витязь» и «Спарта». В последнем клубе уже 7 лет под руководством тренера Валерия Антоненко занимается и Владислав Тамчин, вырвавший победу у Ивана Кондратьева из Златоуста. Сразу после боя он рассказал, как готовится к состязаниям и о чем мечтает. Слушаю музыку и слушаю, что говорят тренера. Мечта какая есть у тебя? Олимпийская медаль. Золотая. На турнире были представлены 3 дисциплины кикбоксинга. В ринге фулл-контакт среди взрослых и юниоров, юношей и девушек 2002-2005 годов рождения. И фулл-контакт с лоу-киком среди взрослых и юниоров. На татами в разделе лайт-контакт бились юноши в возрасте 10-12 лет. Кикбоксеры живут своим миром, своим как бы коллективом, своим обществом. И здесь, скажем, это даже не только спорт, это образ жизни. Это среда такая воинская, мужская. Мы очень рады тому, что церковь пошла навстречу, всячески нас поддержит в этом отношении, так как, чтобы воспитать настоящего мужчину, духовная составляющая – это одна из основополагающих. Ну, надо сказать, что в этом году появились новые команды, которые первый раз к нам приехали. Это из города Шымкент, Республика Казахстан, из Кустаная, хотя не второй раз, но здесь новая команда у нас заявилась. Также из Свердловской области у нас Каменск-Уральск впервые принимает участие. Надо сказать, что интерес турнир вызывает, и географически мы расширяемся. Лучшим кикбоксером 5-го открытого межрегионального турнира в честь святого благоверного князя Александра Невского стал Алексей Фролов из спортклуба «Россы». 11 спортсменов получили призы от ПАО ММК за лучшую технико-тактическую подготовку. В командном зачете в 5-й раз подряд победу в турнире одержали магнитогорцы. 2-е место у команды из Златоуста, на 3-м кикбоксеры из Уфы. Андрей Рыжков, Влад Набиев, телекомпания ТВН.